Мэрия муниципия Хынчешты закрыта на карантин из-за коронавируса. Решение принял местный центр общественного здоровья после того, как у мэра Александра Ботнаря в субботу диагностировали COVID-19. Представители местной администрации должны находиться в самоизоляции 14 дней. Александр Ботнарь почувствовал сильное недомогание на прошлой неделе. У него поднялась температура, появились кашель и слабость. Тест на коронавирус показал положительный результат. Местный избранник предполагает, что заразился на работе. Лечение проводится на дому. В другом месте быть не может. Я не общался ни с кем, кроме людей на работе. Меня встречали утром на лестнице в мэрии, что-то просили. Когда я говорил не подходить ближе, чем на 2-3 метра, еще обижались, шумели. С начала эпидемии в Хынчешском районе зарегистрировали 193 случая заболевания COVID-19. 5 человек скончались, 106 выздоровели. По данным Конгресса местных властей Молдовы, около 30 мэров были заражены новым коронавирусом. Из них двое умерли.